Бывшая участница популярной молодежной группы «Ранетки» Анна Руднева во второй раз стала мамой. 17 августа она родила сына. Мальчика назвали Тимофеем. Известно, что мама и новорожденный чувствуют себя хорошо. Теперь Анна и ее супруг Дмитрий Белин будут воспитывать двух детей. У певицы уже есть дочь София от предыдущего брака с Павлом Сердюком, известным по роли Дениса Шаталина в телесериале «Моя прекрасная няня». Стоит отметить, что Анна вышла замуж за Дмитрия Белина в апреле этого года. Брак с Павлом Сердюком долго не просуществовал, однако бывшие влюбленные остались хорошими друзьями. Обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк и получайте ежедневную порцию интересных новостей и фактов со всего мира. Всем пока!